Мы планируем, что наши коллеги из Великобритании проинвестируют в строительство мусороперерабатывающего завода 1 300 000 000 гривен. На столе лежит договор, по которому будут определены конкретные условия. Но сегодня сессионным решением этот проект утвержден, это очень важно. Цей завод повинен бути введений протягом 2 років. Значить, перша черга буде вже протягом року, сортувальна лінія далі, буде введено завод повністю.